21 ноября, рыболовный клуб Савельева 2. Алексей, привет. Здравствуйте. Ну как рыбалка сегодня? Ну ничего, с примерно успехом, даже можно сказать, хорошо. Ну давай покажи нам, что у тебя там есть. Показывай, показывай, все показывай. Ну нормально так. Да, доставать не буду. Ну да, полностью не надо, видно. Тучек 10-12 да, есть. Десяток есть, навеска разная. Присутствует и крупная, и свежий запуск, и, ну как, кило 200. Кило 200, килограмм. Стандарт. Да, стандарт. Ну ладно, не буду отвлекать. Давай, рыбачь. Хорошо.